В этом ролике я попал в тюрьму роботов и встретил там старого друга. Чтобы выжить, нам придется работать на шахте, добывать дерево и драться с охранниками. Все заработанные ресурсы мы можем продавать и покупать различные ништяки. И сможем ли мы выжить и выбраться отсюда, вы узнаете, если досмотрите ролик до конца. И давайте наберем на этом ролике 12 лайков, и завтра выйдет следующее видео. Приятного просмотра! Всем хрю, с вами Бига Хрю. Ребята, меня посадили в тюрьму за незаконную добычу желудей. И нам нужно каким-то образом отсюда выбраться. Сейчас мы поедим и пойдем на разведку. Опа-на, какие люди. Свинья блохастая, и ты здесь. Буря! Как у тебя занесло-то сюда? А ты какими судьбами здесь, ё-моё? Да, моя тюрьма это. А, ты на курорт приехал отдыхать? Ну да, да, решил вот отдохнуть, посмотреть. Новая тюрьма тут открылась. Роботы открыли тюрьму. Роботы? Чё, прям... железяки? Ну да, ты посмотри на него, видишь, у него магнитированная голова. А, ну да. Подожди, значит, так ты глава, как выбраться отсюда? Меня посадили вообще, но я считаю, что ни за что. О, выбраться отсюда тяжело. Придется копать, очень много копать. Копать? Вот у меня есть кирка, пойдет? Да, давай оденемся, посмотрим, что здесь есть. Я сам первый раз тут. Пойдем. Так, шахта номер один. Ну-ка, посмотрим. Так, господи. А вот это, видимо, придется нам с тобой вскопать все. Вот это все? Да, постараемся выбраться отсюда. Так, а что тут есть еще, кроме копания, просто шахты? Не знаю, сейчас посмотрим, хотя бы на еду себе заработаем. Вот у меня вот есть 8 жареной говядины, тебе дать? Да не надо, спасибо. Подожди, это что такое? Что это за машина? Это робот? Что, пылесос? Что это? О, слушай, без понятия, но что-то, видимо, важное. И надо накопить 1000 монет, чтобы это разблокировать. Пойдем посмотрим, что там внизу еще есть. Еще что-то внизу есть? Бежим. Опять уголь. Не понял, а что это у нас тут за фигня? Подожди, тут есть еще ниже. Ну-ка пойдем. Опа, это что такое? Ай, что это за красные лазеры? А сюда, походу, нельзя. Слушай, мне кажется, эта машина наверху как раз-таки откроет нам вот путь сюда. Видишь, там золотишко может добыть да, даже. Да, золото. Блин, никак не добыть. Ладно, пойдем тогда наверх? Пойдем. Подожди меня, я сейчас в камеру свою сбегаю. Я там видел, у меня камень был. Камень у тебя был? Зачем тебе камень? Я не знаю, у меня в сундуке был камень. И еще звезда Нижнего мира. Ну давай, давай. И еще какой-то чувачок тут стоит. Подожди, он продает за 50 коинов деревянный меч, а за 250 каменный меч. Там еще один. Сейчас я к нему сбегаю, подожди. А у него за 75 коинов деревянный меч и за 350 каменный. А зачем нам топоры здесь? Так, слушай, наверное, дерево добывать. Раз тут и камень, и уголь, надо бы и дерево. Так, смотри, у меня сейчас есть 11 угля и 21 булыжник. Где это все можно продать? Не знаю, пойдем посмотрим. Где магазин? А, все, понятно, вон туда. Как? Ты что, знаешь, язык роботов, что ли? Ну, конечно, я ж тут по тюрьмам гоняю, и они меня сами пригласили сюда проверить, как тут сбежать можно или нет. Я понял. Здорово. Ага. А, вот, смотри, тут можно кирки покупать, и еще всякие приколюшки, броню, книжечки. Любишь книжечки читать? Да, книги я люблю, подожди, а зачем здесь броня-то нужна? Слушай, пока не знаю, но, видимо, с охранниками, что ли, драться придется. А, вот, смотри, можно уголь продать. Получается, один уголь — это 2 монеты. Так, я все продал. И еще булыжника можно тоже напродавать. У нас, походу, с тобой не двоих монет. Да ну-ка, давай, я тоже тут поднакопал немножечко. О, 117 монет. Что мы можем купить? Например, 2 каменные кирки. Ну, думаю, да, надо бы. Моя уж поломалась, деревянная. Подожди, стой, а тут некоторые отделы, что ли, еще не появились? Смотри, есть золотая, алмазная и незритовая кирка. Так я ж говорю, тюрьма новая, только сделали, еще не добавили. А, все, хорошо. Ну давай тогда купим 2 железных. А где она? Где? Я просрал все деньги, а где кирка? Поход, тебя обманули. А, подожди, может она у меня в сундуке? Сейчас я сбегаю. А, да, давай посмотрим. О, действительно, они в сундуке. Блохастый, давай быстрее сюда, тут. Тут напали! Напали, давай!
Мочи! Не трать кирку, давай кулаками мочи! Точно! О, отлично, так, давай мою кирку мне. Вот тебе новенькую, нетронутую. А, кстати, у тебя было в сундуке что-нибудь? А у тебя ничего не было? Да не было ничего, нету там. Кстати, смотри, нам дали монет. За их убийство монеты дают. О, это хорошо, монеты, это классно. Ну раз у нас теперь каменные кирки... Это что такое? О, туда, мне кажется, нам рановато пока. 12500 коинов! Я уже там вижу этот стоун и золото. Это супершахта. О, да, походу это супершахта. Но нас сначала надо нашу обновить. Нам надо накопить 1000 коинов, чтобы вот эту вот машинку обновить. Ох, я не знаю, сможем ли мы на угле 1000 коинов заработать. Ну-ка, смотри, есть вот такая вот штучка, оп. Нормально. Тогда да, просто будем сейчас обновлять, скапать весь уголь быстренько. И опять обновлять. А, на меня тут опять напали! А ну иди отсюда, сколько сейчас... Нет. Не трать кирку, говорю, кулаками. 10 коинов дали, офигеть. Очень прибыльные ребята. Да, чё-то угля тут, конечно, не слишком много. Так я ж говорю, сейчас его вскопаем всю верхушку и обновим. Так, аккуратно, бежит к тебе. Бежит, так. Бежит. Давай, мочи его. Бьём. Опа, опять монетки. Стоп, ты понял? Как это работает? А? Чем больше ты по нему нанесешь ударов, тем больше тебе дадут монет. Ты видел? Отлично. Они копились. Они умножались с каждым ударом. Тогда реально надо бить кулаком. Булыга, ты как всегда прав. Ну конечно, я ж не первый раз в тюрьме. Слушай, у меня уже 44 угля. У тебя сколько? 7. А, ты булыжник что ли копаешь один? Да, я ж булыга. Ну булыга, так уголь-то выгоднее копать. Кирка ж скоро сломается. Ну, не сказал бы. А что, булыжник очень дорогой, что ли? Ты еще не знаешь лайфхаков в этой тюрьме, видимо. А какие лайфхаки есть? А мы сейчас продадим твой уголь, пойдем купим топор, нарубим дерево и сами сделаем себе кирки. Ты гений. Все, у меня сломалась кирка, я побежал все продавать. У меня стак и 7 булыжника, и 46 угля. Я бегу тоже сейчас с тобой. А, мне не в ту сторону, мне вон туда. А тюрьма-то, конечно, огромная. Капец этажей, 4 аж этажа. Ё-моё, чё хоть на них там происходит? Скоро узнаем, сейчас себе небольшое. Только добро наберем. И пойдем. Так вот, держи тоже, продавай все. Так надо не весь булыжник-то продавать, наверное. Подожди, надо... накопаем еще. Окей. Так, стак улетел. А все улетает, вообще все. Вот еще 12 угля надо. Ну слушай, уже нормально заработали. Пойдем купим топоры. Я топоры видел у одноглазого дяденьки вон в том отделе. Мы деревянные покупаем или один каменный, один деревянный? А, нам хватит только на один каменный, либо на два деревянных. Че, два деревянных? Покупай один деревянный. Так, вот мы пришли. Подожди, это что продает? Так, ничего. Этот семена продает. О, подожди, да, стой. Сейчас будем выращивать. Подожди. Стой, я там видел вроде то, что можно саженцы дуба продавать. Давай, ты пока дерево руби. Хорошо. А я пшеничку соберу. Пшеницу тоже можно продавать? Не знаю, ну хотя бы, может, еды сделаем себе. Смотри, они мгновенно растут. О, это хорошо. Стой, а пшеница? А нет, пшеница не мгновенно. Ай, ай, робот напал. Набиваем удары. Мочи удары его. Набиваем. Отлично, еще один, давай, ну-ка. Быстрее, главное не критовать, опа! Отлично. Так, ну у меня достаточно уже много дерева. Че, погнали продавать? Погнали. Верстак-то будем? Опа, еще один. Отлично, сейчас мы их скоро всех стребим здесь. Пойдем-ка сделаем верстачок. Пойдем, только аккуратно в логове его сделаем, чтобы никто не видел. Зашкерим его. Вот здесь вот мы его спрячем. Вот здесь, ой. Это не верстак, я его еще не сделал, подожди. Вот он, смотри какой. Так, вот, держи кирку. Так, и топорик я себе сделал еще, отлично. Пойдем посмотрим, за сколько там дерево продается. За одну монету? За одну монету продается дерево? Это не слишком ли мало? Что-то да, что-то странно. А саженцы можно только покупать. А, их только покупать, да.
А это проблема. Давай тогда продадим, что ли. Получим хоть 23 монетки. Ну давай, давай. Хотя нет, надо что-то оставить было. Ладно, пофиг. Ну что могу сказать? Все-таки выгоднее копать. Копать намного выгоднее. Пойдем дальше. Пойдем. Нам, кстати, не так много до 1000-то осталось. Опа! Ну-ка. А, я его киркой ударил. Да ничего страшного. Булыга, смотри, что я нашел. А ну-ка, а ну-ка. Полированный чернокамень. Да вообще, что такое? Его можно продавать? Я без понятия, слушай. Нам, может, вообще нельзя было так глубоко вниз-то копать? Может, какой-то следующий может вообще быть, уровень? Может быть. Ладно, погнали наверх, пока нас не арестовали. Согласен. Нам надо бы где-то железо найти. Железо? Ну, навряд ли оно здесь будет. Смотри, сколько мы сейчас прокопались. Ну, железо было бы найти, да. Просто классно. Это стоит достаточно, кстати, много. По-моему, даже в два раза больше, чем уголь. Все, у меня кирка сломалась. Я побежал все продавать. А, какие в два? Даже в три, смотри. 7. Подожди, так железо даже дороже, чем золото. Это да. Нам не хватает 300 монет. Ща намутим, ща намутим. Пойдем, может, деревце добудем тогда. Дерево? Зачем? Не знаю, вдруг побыстрее будет. Булыга, смотри, что я нашел. Тут, короче, огромные склада дерева. Их проще добывать. Серьезно? Ну, давай попробуем. Просто в одном месте стоишь и долбишь. Ой, а видимо, их нельзя добывать. Ай. Походу, ай. Да. Но оставь. Нам это на руку, на руку. Осталось-то, кстати, совсем немножко. 200 монет. Ты еще уже каменный топор купил? Так я его сделал. А, ты его сделал? А, черт, его же сделать можно. Булыга сзади. Спасибо, что предупредил. А ну, получайте. Слушай, нам же вот помимо того, что надо прокачать ту штуку за 1000, нам же надо еще железную кирку. Она стоит 125 монет. Ну, давай сначала прокачай, потом посмотрим. Ну что, погнали? Я думаю, нам хватит. У меня 50 дерева, у тебя примерно даже больше, у тебя же каменный топор. А у меня столько же. Булыга, уху, полетели. Так, осталось чуть-чуть совсем, давай, булыга. Так, отлично. Так, у меня еще камешек есть. А, у тебя камушек, вот, отлично, давай. 9 осталось. Ну, еще дерево есть. Опа. Супер. Отлично. Че, тогда погнали. Погнали. Производим апгрейд. О, что? Следующие 2500. Они что, совсем, что ли, офигели там? Смотри, он как модернизировался. Реально, реально. Ну-ка, давай спустимся, посмотрим, что нам там приготовили. Ай, подожди. Не-не, надо пониже, пониже. Это было открыто. Во, да, золото открылось, смотри. И тут очень много угля на этом уровне. Отлично, отлично. У тебя нет кирки, случайно? Да сейчас сделаем. А пониже-то? Все вообще в золоте. Ё-моё, нам поскорее надо железную кирку. Спасибо за кирку, булыга. Да нет, что обращайся, у меня много. Кстати, ты не знаешь случайно, сколько стоит шахта второго уровня? Вот третья 12500. Не, слушай, не знаю, надо посмотреть потом. Ладно. У тебя сколько, кстати, угля уже? У меня просто, ну, дофига за это время. Согласен, согласен, у меня тоже много. Чё, пойдем тогда по железной кирке оформим и добудем кучу золота. Там. Согласен, погнали. Продаем. Немножко еще булыжника. И нам чуть-чуть не хватает до 2 кирок. У тебя не будет немножко еще угля? Да сейчас, сейчас. Придется забрать своих запасов. Я вот одну уже купил, она лежит в этом, ну, в сундуке. Так, я тоже сейчас куплю. Булыга сзади! А ну-ка, можешь топором их прям рубить, все равно столько же дают. А, да? Ну да. Короче, осталось 5 монет, нам чуть-чуть не хватает. Я побежал за киркой. Так, отличненько. Булыга, ты где? Я в больницу зашел. Че, ты приболел, что ли? Да нет, посмотреть, может, тут что-нибудь полезное есть. Подожди! Я тут поднялся на второй этаж камер и нашел халявные ресурсы в сундуке. Хорош, хорош. Тут еще одна звезда Нижнего мира, у меня уже две. Их там нельзя случайно продавать или еще что-то с ними делать? Понятия не имею, вроде нельзя. А кто вообще главарь больницы? Вот прям, ой, прям самый босс-босс. Ну там огромный робот сидит. Почему мы его победить будем должны? Не знаю, скорее всего. Просто так он нас не выпустит. Еще звезда, у меня уже 4 звезды. Пластинка какая-то игровая. Подожди, Блэк. А? Смотри, тут есть столы зачарования. Давай на чем-нибудь зачаруем кирку. Давай. А лазурит ты где возьмешь? А вот.
Так, сюда. Я купил 3 лазурита, и давай. Как думаешь, будет сейчас эффективность или нет? Повезет или нет? Повезло. Нам бы это шелковое касание. А, шелковое касание? А зачем, подожди? А зачем нам шелковое касание? А там углевая руда стоит 4, а не 2. А, так это халява. Так подожди, булыжника же спер. В сундуках мы через 6 тебе кирку купим. А ну-ка, давай. Так, продал, покупаю. Иди забирай. А ну-ка, попробуем, дай-ка лазуритика. Я вот здесь вот зачаровывался. О, неразрушимость, неэффективность. Подожди, я вижу, удача 2 есть. У о, меня есть удача 2. Хорошо, это хорошо. Удача 2. Ой-ой-ой-ой, надо 24 уровень. Погнали добывать золото. Я думаю, золото мы сейчас нафармим просто кучу денег. Согласен, у меня еще и на эффективность кирка. Так подожди, золото падает не в кусочках, а в этих, в руде. Нам что делать-то с этим? Поход придется переплавить. Еще и плавить, ё-моё. Ну ладно, золото при переплавке дает очень много опыта. И 24-й, я думаю, можно быстро взять. Кирка, кстати, очень быстро ломается. Нам надо будет срочно добыть железо. А для этого открыть вторую шахту. Мы сейчас в первой возимся с углем вонючим. Блин, мы так и не посмотрели, сколько стоит-то. Ну сейчас бегаем. Угля тут на этом уровне, конечно, вообще тьма тьмущая. Да и золота достаточно, в принципе. Вот с киркой на ней разрушимость и эффективность вообще хорошо. Ты что, сразу на 2 зачаровал? Ну да. А у тебя было 2 эффекта, что ли? Я фартануло. Блин, мне не повезло. У меня она уже наполовину сломалась почти. Так, 27 золота и почти 2 стага угля. Ё-моё. Хорош, нормально поработал. Раз у тебя кирка на неразрушимость, то подобывай еще немножко. Все продаем. Капец денег. И надо как-то все-таки переплавить бы нам золото. Ведь оно стоит целых 5 монет. А ты что, весь уголь-то продал, что ли? Так ладно, есть дерево, ничего страшного. Так, третья стоит 12,5. Это слишком много. А вторая стоит всего лишь 5000. Не, булыга, нам надо накопить на второй уровень по-любому. Там просто жесть, если честно. А что там, что там? Там весь верх в золоте. Практически все в золоте. Вся верхушка. Это хорошо. Булыга, я не знаю, мне походу придется купить еще одну железную кирку, чтобы как-то, ну, добывать золото. Покупай, конечно, покупай. Так, сюда. И давайте тоже зачаруем ее на... Попробуем на... Ну, на неразрушимость 2, потому что стоит она реально дорого. Мне лазурита не хватает, да? Я весь левел просру. Ну ладно, сейчас левел важнее. Блин, мне не повезло. Только неразрушимость выпала. Ну, то, что и брал. Возьмем у дедечки еще немножечко факелов и отправимся к булыге. Вообще псих. Пойду, продам все. Вот это все ты добыл? Ну да. Сколько же у тебя сейчас ресурсов? Очень много, ходить аж тяжело. Капец, давай быстрее беги, все продавай. Может быть сейчас даже на вторую шахту хватит. Эх, а ну-ка продаем. Ну-ка, летит, 200, 207, 300. 350, 400, 500? Булыга, ты бешеный зверь. 600? 900? Ты что продаешь уголь, что ли, пока что один? Да, уголь продаю. А что золото-то? Надо еще переплавить будет. У меня тоже вообще-то его много. 38. 1500! Господи, ты сколько стаков там добыл? Ой, полный инвентарь почти. Вот я тут 2 минуты, вот у меня уже один стак. Ребята, посмотрите, сколько он здесь всего вскопал. Ё-моё. 2000! 3500! Так, дальше пошло! 4200! 4300! Отлично! У меня как раз закончилось все. Пойдем! Где там вторая шахта-то у нас? Я уже 2 стага даже накопал! Так, покупаем! You can... В смысле? Походу надо прокачать шуту. Серьезно? Блин, я уж обрадовался, думаю, сейчас пойдем просто стаги золота добывать. Ну, видимо, не сегодня. Ну, тогда на этом ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Следующая часть выйдет, если на этом ролике наберется 15 тысяч лайков. Всем пока и большого добра и пока.